В Советском районе сын убил собственного отца. Следователи возбудили уголовное дело. Убийство произошло в поселке Агереш. Известно, что в одном из домов по улице Садовой 17-летний подросток выстрелил из охотничьего ружья в своего отца. Мужчина скончался на месте. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Несовершеннолетний подозреваемый находится под присмотром матери.